на нашу метку и от нее в триггер. Это БТР вроде, да? 160? У них с КПВТ там эти херовины всякие. А, ну да, да. Ну это очень похоже на нее. Красный многоэтажки на 200 сидит один в окне, которые самые высокие. Дальняя, вторая с конца. Еще перед нами двухэтажный длинный. Ты попал по нему, да, по-моему? Да, он упал, но жив. Вот ГП даю в него. Сюда пока не видно его толком. Убил РПГшника. Он с крыши стрелял, красного многоэтажного. Понял. Не попал. Где-то с... Метка стоит на бета. С многоэтажкой работает, по-моему. Да, да, да. Это что такое? МКшка. Тот живой в доме, слышишь, мать, через дорогу? Убил. Хорош. Или другой, кстати. Без ДВшки в этот раз. Белый там кто бегает? Второй этаж. Я так тоже клинкер. Меня вижу. СВД? Я не понял. У нас СП может быть в спине, так что внимание. Актер ярче. Где? Я жив. Шайтан. Метка нормально. Напротив меня, твоя синяя, она актуальна еще? Нет, убил я там, убил. Там двое должно быть. Грек? На сдвиг уходим. Посмотрите, где был Грек с техникой. Скорее всего, на его метках. Добро возле меня был. Вот СВДшка лупит, слышите? Из дома с какого-то. Прожиг. Слышно? Сейчас была СВДшка из какого-то дома. Слышали? Сзади. Она жахнула Грека как раз. есть это на 320 от нас, 330 может. Это слышу. Нет. Катается. А близко был выставлен? Да-да-да. Метров 200 где-то. СВД, да? Еще через дорогу в доме. Вот тоже. Промелькнул там. Точнее, даже где-то вот здесь. Не понял. Там где Грена родят. Туда, да? Вон, вон. Нет, дальше. Видел КП? Вообще. Теперь? Перелет небольшой. Я не вижу, где она там валяется. Скорее правее, это бешеная, надо левее. Она левее и чуть. Ну, считаем, нас будешь кидать. О, вот это вот хороший, но чуть подальше надо. Все, закончились. Окей. Ну так он подберет, если... Давай того прочистим, дальше идем и все. Давай. В чем проблема-то? Дом какой? Сможете его обрисовать? Это фал какой-то. Где-то вот здесь, вот вторая в кустах. Может вот здесь. Вижу, вижу. Видел, с трубой, да? Да-да-да. Попробую забайтить. Да-да-да-да-да. Я за тебя. Он справа, справа ходит, где-то над доме. Значит, на втором все еще. Дай мне гранату, гранату в окно. На втором? Марк, ты наверху, на втором? Он нет, убивай на втором. Он внутри. Еще Грена. Залетела, залетела, ждем. Хорош. На втором нету. Отошел, значит, или спрыгнул. Можешь пробовать? Да, беру. Дал дым на тебя. Колеса это и херня. Стрелять. По мне. Где-то справа, вдоль дороги, из дома с какого-то. Вижу, за заправкой. За заправкой дом, двухэтажный, на первом этаже. Понял, не убил? Нет, вроде не попал. Это не он уже. Многоэтажки. С многоэтажек уже работают. Живые? Живые. Он встал за теми маленькими многоэтажками красными. Петер. Может быть, привез кого-то, не знаю. Так, скажите, к вам сейчас идут. Откуда? Убил одного. Еще один, скорее всего, точно к вам со спины. С севера. С севера. Еще есть? Попал? Нет, не попал. Но он пильнул, да? Что, там живой? Да-да. Прямо передо мной 140 за забором. Хорош. Попал? Все, да. Заебись. 200 метров, блядь. Что, ты там не видел? К тебе никто не пришел? Я не знаю, пока работаю по многоэтажкам. Ну, это мог быть тот же, я просто его убил. Одного убил многоэтажки. Вот еще самая левая осталась, самая дальняя. Это что? Актера. Актер. Сдвиг. В упоре, походу, пистолет. Убил. Убил какого-то хромого. Ярче живой еще? Айдар? Айдар? Они могут, как мы в прошлый раз ватсапом пехоту пропустили, когда бэхи выехали, уебали. КС об этом предупрежден был еще на предбрифе. Он сказал, все будет нормально. Это касается машины. Где машина? А, там же море, ладно, хрен с ним. А файтер тебе жалко? Файтера жалко, файтер выживет. А, ну да, файтер, в принципе, выживает. Как скорпион. Тур, файтер. Вперед. Блять, прыгивай. Живы? Мы живы. Пока живы. Живые убежали? Да. Вейкер, мы двигаемся дальше или что? Надо смотреть вот это место. Файтер, думаю, там вот это места. Смотрите. Да, нам гранаты кидали оттуда, блять. Я не знаю, каким чудом мы прошли. Смотреть будет сложно теперь уже. Не знаю, что мы здесь. Вижу. По мне? Там пыль. Нет, на 300, на 300. В рыжих кустах. Ебать, 900. За дорогой рыжее дерево. На 350. Там километр с хером. Не-не-не, в упоре у нас. Я по дальнему снайперу работаю. Понял. Так, у дороги, да? У дороги рыжее дерево в черном был. Понял. Где дальше? У нас УАЗик с СПГ на высоте на 20, блядь, стоит. Ага, вижу. По нам, мужики, блядь, по нам. ОМБ, АВ-3, там СПГ. Он уезжает. Да, уезжает. СПГ с восток 80 едет в нашу сторону. Примерно приготовились. Едет, подтверждаю, один человек встречается. Снимите водителя. Он один едет, один. Не стреляйте. Ждем, пусть ближе подъедет, он один, потому что... Передай ПДВ, что захватили. То сейчас убьют нахуй свои. Спалили нас. Да и знали уже и так, что мы идем. Файтер, добей его на всякий случай. Нет, кто стреляет? Ага. Я убил противника перед своей меткой командира. Блять, его просто... Он ранен весь, но ехать может. Там снарядом, может, у него с собой или тут какой УАЗик-то? Да, ПГшки остались, надо уничтожать. 350. 350. Давай, актер, уедь туда в леса. Я его не вижу. Пролет. Ближе надо. Ответка, парень. Ебать. Я ему ебало сейчас сломаю, нахуй. Птица попала, там бегает. По кому? Ну вот там где-то был тот снайпер с КСВК. Скорее всего, это он и есть. КСВК наши или нет? Нет. Просто сумка РПГшная только что труп лутал. Я. Рацию забрался? Да, тишина. Там ОГшек нет. К северу, от севера отойдите, не подходите к северу. Линию нарисовали. Сейчас там этот вертушка разъебет север. Да, конечно же, она поможет. Там нет ОГшек. Уазик. А, это файтер, да? Да, откатывайся, мало ли прилетит. А вдруг просто семерка лежит. Ой, блин. Не убил. Морис, вот 250 бежать. Нормально, я уводил, шорт ушел. Шайтан, это нормально? Да. Еще работать. Подвинул метку, шайтан еще. Наверное. Все, они уходят. Правая сторона заборчиков. От этого сгоревшего какой-то хрени налево или направо? Левей, 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 левей. Гораздо левей. А мне тут закрыто. Ближе к нам прям. Я пошел вперед. Да нет, я туда жахну. Пошли тогда его присанем, что ли? То он сейчас нас замучит. Танковые. Убил. Хорош. Снайпер до этого? Не знаю, сейчас посмотрим, кого-то убил. Подхожу к камню, шайтан, к этому. Потом с ДВ крадется. Да, это он, скорее всего, ушел отсюда. А, да, это он, только это не КСВК, это Ленфилд. Да, она с оптикой. У него сотовый телефон, он что-то заминировал, может быть, УАЗик. Бля. УАЗик белый тоже с сотовым остался. Короче, лес чудес защитит. То спину уже надо накидать. Еще один полз, блядь. Вижу, да, один ползает в елке. Стрелять через полз, я не вижу пока. Да, блядь, что с этой СПГшкой не так, блядь, когда... Он раненый, походу. Западнее, да. Живой. Но после такого не живут. Команда стрелял сейчас. Отходим, уже близко. Я стреляю. Я в крышу смотрю этого мегастроения. Парни, внимательно, тот лес кишил просто ими. Кто у нас с ДВшкой сейчас сел в елку? Я. Справа от тебя какое движение, не пойму, тут соседние елки. Там есть свои. Там я. Понял, понял. Там вижу бинты в елках. От это... меня север, от вас запад. Оттуда ушанка вышла. Ушанка был черный? Коричневый он был, насколько я помню. Векер, значит, что у вас там еще есть, ушанки? На 30. Я пробрал сегодня. На 30 лес был под елкой один. Не попало по нему. Вакер, на этом здании куда кидал там. Слушку опять слышал. Да есть. Морис, мимо тебя. Убил на 30. Я уже... На Зушке попал. На том здании, где я кидал грант, там рак. Викера, походу, убили. Тошнило, Викер. Попал за углу. Занимайтесь, я сейчас наверх залез. Они поднимались сами на своих видах. Зуб пиздец? Да, я в нее попал. Люди выбежали, подорвались на своих мидах. Один прошел туда назад. Поставь метку с востока мины. Сейчас кто работает одиночно? Я работаю. Пустой. Ага. Где сторона? Сзади. 200. На зиму 200. Очень больно было. Убил. Хорошо. Возле волн. Один. В ушанке, посмотри. Морис, ты где залазил? А Мориса, по-моему, отработал верт. По бункеру. Отстреливай его нахер. Скажи вертушки, это базарка нет. Отстрели его кто-нибудь. В сторону триггера хуйни, да. Че, готов? Готов, говорю. Где он тут проходил-то? Это я этот базарка отстрелял. С западной стороны захожу. Шайтаном на метке моей. Шайтан там один стрелит. Захожу в триггер с восточной стороны. Поднимаюсь на крышу, где Морис был, на большой кирпичку. Трубу спрячь подальше, отпусти. Я в чужой. Да, но я без ног. Кто? Враг, походу. По мне. Поднимаешь. Поджимайтесь, давайте. Где может быть? Скажите вертушки, что мы тут в бункерах насидим как бы. Крыши. Да, это север. Запада подниматься. На белый дом. Где работает вверх? По нам работает. Кайман, дай по нему с ПЗРК, блин. Да я стрелял ПЗРК. Там в тылу что-то еще работает по верху на 200. Там до ШК, походу, УАЗик. Я вижу, да. Он у меня за деревом, не могу его. Это Беттер стреляет. А, Беттер по верту? Да, это Беттер стреляет. Я вижу его. По мне. Парни, у них какие мины. Здорово. Сорян, смотрят на меня, как будто я еще живой. Если вы не хотите пропускать новости или анонсы канала, смотреть скрытые видео доступно только по ссылке. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании под видео.